Я раньше думала, что чизкейк готовить долго, что для этого нужно иметь специальные навыки. Оказалось, что готовить чизкейк совсем легко и просто, и сделать это можно даже при помощи микроволновки. Готовить чизкейк меня научила подруга, которая некоторое время работала в Германии поваром. Оказалось, что особых приспособлений для этого процесса не нужно, и приготовить чизкейк совсем не сложно, это можно сделать даже при помощи микроволновки. Главная неприятность, которая может произойти, это то, что наше готовое изделие может дать трещину при дозревании, но это совсем не страшно, этот дефект можно замаскировать ягодами, а на вкусе эта трещина никак не скажется. Итак, читаем и запоминаем, как сделать чизкейк в микроволновке. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Вкуснее тем, кто подпишется. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Сметана – 240 грамм. Сливочный сыр – 240 грамм. Яйца – 2 штуки. Сахарная пудра – 120 грамм. Сливочное масло – 4 столовые ложки. Крекеры – 100 грамм. Апельсиновый сок – 4 столовые ложки. Количество порций – 4-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем пока!